приветствую вас на моем канале. Я бы хотела с вами поделиться своими манго-покупками. Здесь три книжечки. Две будут от издательства Азбука, а одна от Реанимедии. Давайте же скорее приступим. Начнем мы с великолепной Кагуи. Книга 9 от издательства Азбука, твердый переплет. В этой книжечке у нас два томика. По традиции, конечно, я вам покажу двухстороннюю обложку. И все-таки 17-й томик, обложка 17-го тома, мне нравится больше, чем 18-го. Книга сама по себе сделана хорошо, но, собственно, как всегда, у Азбуки все в порядке с этим. Твердый переплет, ничего у меня не разваливается, я книжечку уже пощупала до видео, все с ней было в порядке. Также на форзацах у нас есть небольшая интересная информация. В начале книги идет оглавление, затем персонажи, сюжет и уже сама черно-белая история. Я предлагаю немножко полистать, но если вы боитесь спойлеров, то, пожалуйста, перематывайте видео дальше. Следующий манга «Огненный удар», книга 2 от Ацуки Фудзимото. Здесь 3 и 4 тома. Также давайте посмотрим на двухстороннюю супер обложку. Обложка 4 тома мне нравится меньше, чем все другие. Вначале нас ожидают персонажи, далее краткое описание, оглавление и уже идет сама черно-белая история. Предлагаю полистать. Также, если вы боитесь спойлеров, пожалуйста, перематывайте видео. И завершает это видео «Гангста», книга 4 от издательства «Реанимедия», «Твердый переплет», это однотомник. Внутри имеется одна глянцевая цветная страничка. Далее идем по классике. Это действующие лица, краткое описание истории, оглавление и сама история. Я сейчас буду ее листать. Если вы боитесь спойлеров, пожалуйста, перематывайте видео. Теперь предлагаю расставить все книжечки по своим местам. Начнем мы с «Огненного удара». Также поставим Кагую. Я нашла место для четвертой книги, но дальше уже все. Оно закончилось, и придется книжки расставлять по разным полкам, чтобы уместить все серии. Спасибо, что досматриваете видео до конца. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании.